У нас сегодня такой праздник нашей дочке Лизоньке. 1 годик. Та-та-ра, та-та-ра, ра-та-та. Тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Лиза! С днем рождения тебя! Мне 33 года, сижу я на данный момент в декрете. До этого я работала торговым представителем. Все время в дороге, все время в машине. Активной жизни вообще практически никакой. Иногда смотришь на себя в зеркало, господи, кто там такая стоит? Хочется смотреться на себя и видеть, что действительно красивая молодая мама. Мысль, во-первых, была моя. Папа молчал вообще до того момента, как я не начала покупать кроссовки, спортивные штаны. Он такой: что, собралась бегать? Я говорю: все придет вовремя. Он уже не знал, что я ходила на кастинг. Я ему сообщила позднее. Молодец. Ну, она давно хотела заняться собой. После родов она прибавила веса нормально. Образ, ты дома сидит. Раньше она активно работала что-то там до родов. Шевелилась, а сейчас... Стала последние, наверное, полгода замечать, что у меня началось похрустывание в коленке. То есть я почувствовала, как раз вот у меня начал вес все больше и больше прибавляться, и началось вот это похрустывание, и стало как-то страшно немножко. Самой это сделать очень сложно. Когда не, как-то вот в команде это все-таки более легче. Ты не знаешь, как это начать вообще дело, и как прийти одной вот в таком вот уже весе, прийти в тренажерку, как-то все равно немножко... Виновата. Все сделала. Сидеть просто на месте не могу, не умею. Скучно.